девушкам, маме, там, подружкам, какие приятные слова ты говоришь? Ну, может быть, то, что они самые лучшие, них никого нету и никогда не будет. Комплименты какие-то, само собой. Чтобы они оставались самыми лучшими для нас, красивыми, умными, чтобы привлекали нас. Красивая, милая. Ну, что-то обыденное. Ты добрая. Ну, вот такие основные. От женщин, от девушек приятные слова в свою сторону. Какие ты слышишь? Что тебе говорят? Ну, на самом деле, ничего такого не говорят особо. Харизматичный. Какой еще? Смешной в основном. Забавный. То, что я милый. У меня волосы красивые. Что я красавчик. Про внешность могу сказать, что сильно выгляжу там или еще что-то. От девушек редко слышу комплименты. Но все равно же хоть когда-нибудь слышал. Не, ну, наверное, девушки же как, мужчины же по поступкам обычно оценивают. И нас же просто так обычно не хвалят, и комплименты не говорят. Нам же обычно, когда мы что-то сделали, говорят.